Еще очередной тренировочный день. Ребята потихоньку занимаются, готовятся. А ну, скажи пару ласковых слов Дмитрию Коленову. Ну ты козел, короче, братан. Че ты нас так сильно подводишь? Ну вот правда, козел подводит нас. Я не знаю, что с тобой, Дима, делать, как бы. Ты посмотришь это видео, дай бог тебе вернется твоя совесть, да. Два дня человека не было на тренировке, как бы. У него бой, образно, через 20 дней, а он дурака валяет. Ну, посмотрим, как выступит. While I was scheming for the masses, who do you think you are? Dreaming about being a big star. They say you're basic, they say you're easy. You're always riding in the backseat. Now I'm smiling from the stage while you were clapping in the nosebleeds. Пять километров? Полтора. Полтора, 1500 километров? Красавчик. Тринадцатого рано утром выезжаю. Тринадцатого. Там вот на Гагарина, не? Наверное, да. Выезд на Украину 13 октября. Украина на чемпионат Украины. На автобусе. На автобусе. Утром выезжаем 13 числа. 4 часа будем там. 5 взвешиваний и в гостинице. 2 ночи там ночуем. Понял? Красавчик. Устал? Нет. На чем мокрый весь? Чуть-чуть потел.